К юбилею мастера. В доме художника открылась выставка Александра Каверина. Здесь представлено более 25 работ. Многие из них посвящены родным местам автора. Село, берег реки, скромная, но такая близкая каждому природа средней полосы. Хорошая здесь работа, на мой взгляд, это мое мнение, вот работа у реки. Хотя, если сравнивать с другими работами, они не хуже. Просто то произведение как бы перекликнулось с моими потребностями, с моим восприятием. Мало кого оставила равнодушным работа под названием «Черный хлеб». Этот простой повседневный продукт, изображенный на багровом фоне, вызывает неоднозначные эмоции. Голодные военные годы или период советского дефицита продуктов. У каждого поколения свой взгляд на, казалось бы, незатейливый натюрморт. Сам же Александр Каверин не выделяет ни одну из своих работ, потому что все они для него как дети. То, к чему приложил душу и прикипел сердцем, невозможно не любить. Я могу ответить на вопрос так, что самая любимая работа вот в этом движении – это последняя, от которой там, когда ты шагаешь по ступенькам и отталкиваешься от предыдущей ступеньки, чтобы встать на следующую. Да? Я имею в виду в профессии, а не в каких-то других моментах жизненных. Поздравить Александра Каверина с юбилеем и новой выставкой пришли поклонники и друзья мастера. Присоединиться к почитателям таланта может любой желающий. Выставка продлится до 30 декабря в Доме художника. Анастасия Бриолина, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.